Среди юных спортсменов 2011 года рождения, занимающихся вольной борьбой, Есения Кравченко – единственная девушка. Но это не дает ей никаких послаблений во время тренировок в Гродненской профсоюзной центральной специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва единоборств. Я занимаюсь уже третий год, но я пришла еще, когда я была совсем маленькая, мне было около 8 лет, 9. Мне с самого начала очень понравилось, меня привела мама после спортивной гимнастики. С 7 лет я занималась 4 лет вообще в спорте. Самый главный вообще ее талант – это работоспособность, трудолюбие. В принципе, ей присущи вообще все качества, которые нужны спортсмену именно в вольной борьбе. Она обладает очень такими физическими хорошими качествами. Это сила, ловкость, координация. Такими, как именно психологическими, она очень устойчива. Она, у нее сила воли очень хорошая. То есть она всегда стремится быть лучше. Вольная борьба – сложный и интересный вид единоборств. В отличие от греко-римской, в нем разрешены подсечки и захваты ног противника. На каждой тренировке юные спортсмены изучают разнообразные приемы, помогающие им победить. Ну, я хожу каждый день вообще, иногда утром и вечером, иногда просто утром. Ну, так, выходных у меня, может, 1-2 в неделю. Может, полторы недели, может, 2, и я запомню этот прием хорошо и смогу его делать в соревнованиях. Ну, не скажу, что прям сложно, мы, в принципе, на одном уровне все. Мы все борцы, неважно, девочка, мальчик. По словам тренера, чтобы добиться успеха, нужно развиваться не только физически, но и умственно. Во время поединка нужно просчитывать свои действия и шаги противника наперед, выстраивая наиболее подходящую линию поведения. Есения следует советам и учится на отлично, что помогает ей и в спорте. Кроме того, от других она отличается и характером. Она очень нежная. То есть с ней она очень много говорит. Это не так, как мальчикам. Ему сказал, все, он замолчал, он будет делать. Нет, она очень много говорит, она очень много спрашивает, она очень любознательная. И подход к ней, именно если со стороны ковра, то он одинаковый. То есть она, в принципе, должна уметь и делать все. Единственная нагрузка, конечно, у нее базируется, то есть у мальчиков гораздо выше, у девочек ниже. Есения Кравченко уже не раз участвовала в соревнованиях по вольной борьбе, показывая отличный результат. Хорошо выступить ей помогают не только частые тренировки, но и поддержка мамы. Сначала было очень страшно, но сейчас я уже привыкла, и мне вообще не страшно, я наоборот жду соревнований. Мне очень на них нравится, ну, потому что эти эмоции, мандраж, это очень, ну, мне нравятся такие эмоции. А если ты хорошо, ну, отработал, но проиграл, ничего страшного, главное, что хорошо отработал. На данный момент она выступала, вот, область, республики еще нет по такому году. Область тоже, вот, она в тройке, потом был турнир, который проходил в Лиде, она тоже, опять же, в тройке. Но из этих годов, где она выступала, она всегда самая маленькая. То есть я думаю, к такому уровню, когда мы уже придем, где она может быть победительницей, но это через годик. То есть нам немного времени осталось. Цель Есении – участие в следующем году в Лиге храбрых, масштабных соревнованиях по борьбе. А после девушка мечтает покорить и весь мир.